Ну что, начинаем наше путешествие по Америке. По одноэтажной. А ты снимаешь? А я вот начал снимать просто. А ты снимаешь туда или сюда? А я снимаю сюда. И туда, и сюда. Хорошо. Ну что, какие у вас первые впечатления от Америки? Свобода. Пахнет? Да. Сергей? Я бы даже сказал, воняет свободой. Пованивает? Сильно пованивает. Оксана? Возврат 80-е. Ты кого сейчас снимаешь? Меня или себя? Как понять? Ты кого пугаешь? Ты с кем шутишь? Я не хочу, чтобы я помню только доллар. Ты кого снимаешь сейчас? Себя? Или Серега за доллар? Что за домик? А это типа... Слушайте, это типа антивандальное, что ли? В чем прикол-то? Может быть. Как да. Думаешь? Чтобы что-то просто это же, ну, дерьмо какое-то. Пойдемте. Real Talk? Господин ковбой. Да, слушаю вас. Можно вызвать вас на дуэль? На дуэль? У вас есть глок, шапка с широкими полями? Нет, нет. Я понял, что мы очень, ну как бы, после Серега сказал, что мы, Дима, почему наша компания очень необщительная. Нет, по сравнению с компанией, люди вообще в России. А может быть это да, с России. Это компания, это как часто. Как ты оцениваешь успешность саммита? Давай по однобальной шкале. Для нашей компании. Я оцениваю вот с Адорбом по 10-бальной шкале. Еще 2-3-4 таких саммита, и можно уже будет нам. И ты бы мог купить себе. Да, уже можно на Suburban переходить. Ну а в целом-то что, все прекрасно. Народу было много. Наши флаги выходят из популярности. Мне тесты писать нет необходимости. Все нормально. Окей, ну передай привет нашим зрителям. Это я скажу. А, да. Ну а в целом-то что, все прекрасно. Народу было много. Наши флаги выходят из популярности. Мы не тесты писали. Нет необходимости. Все нормально. Задница. Да. Ага. У меня даже по сиденью по жопе дало. Фарктрот. А, вот, все. Видно. Такой сарай, короче, мы взяли, ребят. Очень сложно. Ну что, стоит такой мне купить? Короче, сейчас потестим, Антон решит покупать или нет. Вот. А послезавтра заедем в местный дилер. И, короче, прямо на машине вернемся в Россию. По-моему, неплохой сарай. Вот. Не дизель, да? Почти лакшери, смотрите. Только дырка. Слушай, или это дизель? Ну, это зашьем. Серега, как понять, дизель здесь или нет? Видите, парни только получили машину, ссат немножечко. Страшно. А, смотри, тут если что, есть инструкция, мы можем ее починить, если вдруг там сломать. Ну, хорошо, сам читай. Хуже так, да? Да. Гораздо. Ты знаешь, как по-английски гораздо? Гораздо? Гораздо. А в каком? Как бы ты сказал? Ну вот гораздо хуже. Гораздо хуже. More. Ну, короче, можно говорить by far. Красота, смотрите. Смотрите, вот Антон. Вот Антон. Вот Антон за рулем. Вот фотой. Вот Антон пишет, короче, это. Включить альфа. Альфач, что ли? Нет, просто так грузовичок. Вот это красотища, ребят. Посмотрите. Вот это да. Бесконечность.
Не, вот это все говно, как бы уже еще раз видели в Испании. Вот отсюда холмики хорошие, ну и то. Глаз не оторвать. Вот смотрите, кстати, площадочка такая центровая. Можно вот сюда заезжать и фототься. Если хотите. Вот Антон. Я думаю, таких еще много будет площадочек. Вот его Suburban. И он ведет свой Suburban. Черный Suburban. Мы в Америке. Кстати, мы в Америке, ребят. Сережка, айди это там. Айди? Подойди вблизи от тебя, чтобы это было видно. Толщину. Секвой, мою толщину и толщину секвой. Да, вот. Это все большой фейк. Большой американский фейк? Ага. А вот это потрогать можно. Она из бумаги. Антон трогает секвой. Да она из бумаги. Важно, папье-маше? Да. Из картона. Антон трогает секвой. Она из бумаги. Важно, папье-маше? Да. Из картона. Вот суки. Бля, так ну все, короче, нет, я так нечестно. Зачем ты материшься? А вот, ёпта, ты тупой что ли? Где я вижу передачу? Нет, вниз, блядь, а не на себя. Подальше. Здесь? Вот, сейчас стой. Вот он. Просто надо смотреть, чтобы мама не пришла, но в принципе можно подойти. Ну слушайте, ну не засматрик, а? Че, не? Вот, прям напротив машины. Слушайте, это как дофига здесь медведи-то. Офигеть. Все, я понял, здесь мне, конечно, ночевать было. Вот, ну ладно, поехали. Бесит, они сразу говорят, что надо обязательно покупать. Антоха, гонщик. По трассе едет 80, а здесь 90. Смотри. Нет, Серега, поснимай вот передок мой. Антон, ты давай поворачивай. Передок твой. Передок твой, сейчас мы все поснимаем твой передок. Сережка, что ты думаешь, Павел? Я не думаю, я просто смотрю. Так, кто это тут у нас? Холмики снимаешь? Да. Смотрите, короче, какие фотообои. Вот Антон, на своей машине новый. Это вот холмы, до которых мы никогда, наверное, не доедем. Да. Мне кажется, их не существует, они просто нарисованы. А это вот Антон. Вот, у него машина есть. До которого вы тоже никогда не доедете. Новая машина. Его не существует. Смотри вперед, пожалуйста. Да. Вот такую футболочку возьму. Возьму папе. City of Angels, Калифорния. А вот в чем тогда будет разница между аналитиком и консультантом? Консультант больше общается с людьми, а аналитик, он сидит в наушниках и пишет ТЗ. Ну, тогда вот Маша больше аналитик, короче, понимаешь? А вот у меня вопрос. Зарукина такой... больше консультант, но она вот что-то как бы. Не, может там дальше лучше будет? Вообще дальше лучше должно быть всегда. Да. Дальше больше. Дальше больше. Слушай, ну вот съезд, это мы тут можно утратить, поэтому посмотрим. Да, черт. Да не, тут бомжи для бомжей. Там потом будут виллы богатых. Ну, да. Виллы богатых бомжей? Да. Ну чё? Моей радости нет предела. Я искупался в океане. А не будешь яички-то свои? А чё-то я промок, конечно, но не до яичек. Вообще очень круто. В охлане. Дебил какой-то, короче, сразу видно. Здрасте, какого вопроса? Хуль тут трешься? Какого вопроса? Вы поняли, как бы, что жить можно только в Пало-Альто? Да. Ну,
кошки еще в Mountain View. Все, как бы все остальное, вся остальная Америка, это какой-то вот, знаешь, как это, вот фильм мне показывают, там 13 район какой-нибудь нормальный, а все вокруг там одни зомби. Ну и Бостон, Бостон. Ну, может быть еще Бостон. Вам надо проверить, но я тут знаю. Че, решил в Google устроиться? Да я их не возьму к себе. Слышите, в Google Store сейчас себе это Сереге купил. Нормальный телефон? Дима мне пиксел купит, прикинь, я не против. Hello. How are you?